Да, всем огромный привет. С вами Максим, компания «Элитный Сочи». И сейчас мы находимся с вами в жилом комплексе, который называется «Уютный дом». Не нужно путать с другим уютным. Да? «Уютный дом» – это хороший, качественный жилой комплекс, где полностью уже прошло заселение, все живут. И давайте я вам покажу такую квартирку. Эта квартира у нас 75 квадратных метров, которая находится на 5-м этаже. На входе у нас такой прям небольшой мизерный коридорчик. Здесь есть окно. И вот так вот у нас выглядит сама квартира. Здесь у нас есть санузел. Санузел довольно-таки большой. Плюс его можно еще расширить, если немножко стенку перенести назад. И вот здесь такая большая площадь. Итак, как планируется данная квартира? Здесь у нас есть два столба. Да? Вот по этому столбу у нас... даже нужно обычно ставить стену. И в итоге получается две изолированные спальни. Одна спальня вот тут вот, вот отсюда, да? И вот здесь вторая спальня. Одна спальня побольше, другая поменьше. Соответственно, здесь у нас остается такое вот место. Здесь можно добавить ее в спальню. Но, как я видел уже в других местах, здесь обычно такая, скажем, рабочая зона находится, такой мини-кабинет, где можно делать уроки, там, да, либо просто, например, можно брать и работать. Опять же, если кому-то не по душе кабинет, то можно вот так вот здесь полностью изолировать, и в итоге здесь получится у нас балкон, да, получится такая вот лоджия, такая закрытая. И в целом, если кто-то там курящий, могут спокойно курить, и многие все равно, 90% берут, и у нас в Сочи балконы стеклят, где можно, по одной простой причине, потому что так привыкли в своих городах. И вот здесь у нас, да, где у нас висит газовый котел, да, в этом доме есть газ, в этом доме одни из самых дешевых коммунальных платежей, самые недорогие. Здесь у нас делается зона кухни, да, вот такая прямо здесь зона. Просто уже был в такой квартире, у нас одна из бывших коллег живет в такой квартире, именно снимает. А вот здесь, вот эта вся большая площадь, это большая кухня с гостиной. Здесь у нас помещается, конечно же, диван. Вот здесь будет на этой стороне у нас висеть телевизор любимый, да. Ну и вот здесь комната получается довольно-таки неплохая. Даже не то, что неплохая, а просто отличная. В итоге цена этой квартиры сейчас очень смешная. Эта квартира стоит 6,5 миллионов рублей, если учесть, что у нас рядышком стройки, да, гораздо дороже. У нас находится прямо напротив жилой комплекс «Прагма». И жилой комплекс «Прагма» у нас такая же площадь обойдется примерно в 7900. Отсюда считайте экономию. Но опять же, здесь дом сдан, здесь никто не сверлит, никто у нас не долбит, ничего не делает. Просто зашли и сразу живете. И опять же, один из плюсов, да, это котел. Соответственно, это дешевая возможность обогревать, можно здесь сделать теплые полы. Ну вот примерно так вот. Ну и сейчас мы все-таки с вами пройдемся, посмотрим коридоры, посмотрим территорию. И чуть попозже. Все, спасибо большое. И давайте я вам покажу. Здесь находится на этаже очень мало, там всего лишь находится 6 квартир. Весь дом полностью продан. Здесь есть лифт. В принципе, если мы посмотрим с вами направо, то мы здесь видим с вами больницу. Соответственно, до больницы здесь идти, до городской больницы номер 4, идти всего лишь 200 метров. Опять же, мы сейчас пройдемся специально по лестнице, чтобы вы видели, что в доме все чистенько, опрятно, красиво. На 3-м этаже данного жилого комплекса находится коммерческий детский сад. Ключевое слово — коммерческий, но цена меня приятно удивила. Цена в этом коммерческом детском саду всего лишь составляет 13 тысяч рублей именно с ребенка. 13 тысяч рублей — это невысокая цена, потому что если, например, брать бесплатный детский садик, то там цена будет, ну, не знаю, там ребенок, наверное, со всеми дополнительными кружками будет обходиться, ну, в 1004-5, здесь 13. Ну, здесь за качество отвечают, да. Опять же, здесь, в этом жилом комплексе, работает лифт, само собой, да, чтобы вы понимали. Всего лишь 9 этажей, и у нас
Здесь есть подземный паркинг. Но паркинг не продается, паркинг сдается в аренду. И даже соседние жилые комплексы здесь арендуют. Цена аренды, если не ошибаюсь, 4000 рублей. Но это закрытый паркинг, это у вас, скажем, можно и в дождик, и в снег, который бывает очень редко, можно там останавливать. И тоже останетесь довольны. Тут у нас, да, у нас также стоит домофон. Здесь есть интернет. И мы выходим, сразу же у нас мы видим жилой комплекс «Прагма». И вот смотрите, даже здесь, да, придомой паркинг, машины могут спокойно стать, свободные. Здесь же у нас магазин «Пятерочка», тоже большой плюс вот именно в данном жилом комплексе. И давайте все-таки еще немножечко пройдемся с вами. Сразу по инфраструктуре от этого жилого комплекса до... Значит так, до школы, да, до 14 всего лишь 200 метров, это 2 минуты пешком. Весь транспорт проходит именно здесь. Здесь же есть у нас парковка, вот она, да. И здесь у нас есть детская площадка. Сразу скажу, детская площадка, она у нас без свободного доступа, она закрытая, но площадочка такая-то имеется. Тоже большой, конечно, плюс. Паркинг, вот здесь у нас видно, здесь тоже под домом паркинг есть. И если вдруг неохота пользоваться бесплатным паркингом, да, то можно платить. И вы знаете, что всегда за вами будет прикреплено место. И 4000 рублей, в принципе, не такая большая сумма. Потому что, например, если возьмем с вами жилой комплекс, который находится рядышком, то там уже у нас паркинг будет обходиться бесплатно. Потому что там нету парковки, они здесь многопостроятся, также будет платно. Но если учесть, что здесь у нас по большому счету низкие коммунальные платежи, и за счет этого, даже если 4000 вас потратили на парковку, все вместе с квартиры 75 квадратных метров у вас будет в месяц уходить не больше 6000 рублей. В соседнем доме такая сумма будет уходить только за дом. Отсюда уже делайте свои выводы. Здесь осталась последняя квартира, она стоит на броне у нас, на организации. Клиент один сомневается, брать или не брать. Ну, я говорю, что брать. И именно в этом доме, открою вам секрет, я и хотел брать квартиру, но сразу 6,5 миллионов рублей нету. И могу сказать, что цена просто подарок. Рядышком все гораздо дороже. Давайте посмотрим еще раз. Дом большой, красивый. Ну, в общем, как-то так. Ну, а теперь всем пока, всем хорошего настроения, всем море позитива.